Всем привет, ребят. Ну что, просили показать вам Махатму, да и мне самому интересно после ворожая протестировать Махатму с 9 СО. Уберем Утикаху пока временно. С РЖВ я еще буду тестировать. Так, надо нам 9 СО вытащить. Точнее, сделать. И потестить на максимальный деф ее, поставить еще дополнительно тоже каменку. По отхилу у нас будет питомец на отхил, других вариантов особо у нас нет. Можно было бы, конечно, поставить еще, ну, в принципе, ангела поставим, то есть будет максималка по дефу. Так, ну что у нас, я думаю, вряд ли мы СО вытащим. Хотелось бы с коробки, но это, наверное, Unreal. Смотрите, как огненка падает, все падает. Каменка. Нам надо наоборот немножко. В общем, ворожай себя показал очень круто. Мне он очень понравился, буду его юзать. Сейчас он у меня даже стоит на дефе. Я вот смотрел свой деф. Печально проходит. Сливаем опять ремку. О, ничего себе, водушка даже выпала. Так, ну давайте еще 5 коробочек и откроем уже так. Ну, падает вроде неплохо. Так, разобьем это число, вот так сделаем. Такс. Поехали, ищем наше СО. Вот оно. Ставим ангела. А рунами у нас будет каменка. Точно такой же вариант, как и ворожей. Вам покажу битву гильдий. Я не знаю, прохождений очень мало, как ни странно. 86 86, 53, 78, 25 прохождений, с них половина слива. Так, вот такой вот вариант, то есть максимальный деф. Не знаю, посмотрим, сейчас будет тащить, не будет. У нее еще и понижение. В общем, поехали. Начнем, как обычно, с рейда. Посмотрим, что же это за имба сейчас у нас будет. Так, смотрителя у нас нет. Это и хорошо, в принципе. Так, роза. Ну, роза процентуально от жизни забирает. То кого? Ну, вот видите, нету отхила. Роза себя отхилила. Неплохо тогда. Вот почему, как бы, я вам и говорил, что... Да, по дефу она, вопросов нет. Сейчас она будет тащить, но по отхилу она просто, сути, как и неубиваемая была. Так, ну давайте еще попробуем. Ой, там был огник, надо было попробовать через него. Ну-ка тут попробуем. Бабульку. Ну, тут... Вот видите, вот нету того... Да, ее не шатают, но, в принципе, урон по ней проходит нехилый такой. Давайте я сейчас сделаю просили поставить вам нормальные настройки, чтобы видели, от кого приходит урон, потому что я убрал, проходил древние. Там почему-то Нокс подвисает. Такс. Но ворожай такой сборки тащит, потому что там... Просто немерено отхила. Получается плюс деф. А тут такой вариант, что и не туды, и не сюды. Так, командора. Давайте тут попробуем. Вот смотрите, 700 смотритель ударил. Ворожай еще... 7000! Вот это кайф. Ну вот смотритель опять. То есть его убивает смотритель.
Герои, конечно, с ней справиться не особо могут. Она еще красная, в основном у всех зеленая фракция стоит. Оракул. Поэтому из-за этого так и сливает быстро. Так. Да, отхила немножко нам не хватает. Даже если вот так вот мясо кинуть. Вот видите, что смотрите, герои сами по себе, он вообще фигню огник бьет. Ну, смешно просто на это смотреть. Посмотрите на урон огника. 2000 бьет. Я офигею. Это жестко, ребят. Это нереально жестко. Один на один, я думаю. Ну, смотрите, вот все решает смотритель. Если бы не смотритель, нифига бы они не сделали. Да уж. Ну-ка, давайте еще разок попробуем. Вот, смотрите. А, тут смотрителя, кстати, нет. Вот, смотрите разницу. Ну, Роза, конечно, себя хилит офигенно. Ну, попробуем с ворожаем. Вот тут Лазуля, наверное, сейчас ушатает. Вот видите, в чем разница, есть смотритель, нету смотрителя. Совсем по-другому герои выживают. Глазуля там вообще фигню им наносит урона. Смешно просто, 2000, ребят. Так, ну с огником убьют или нет? 6. Это просто жесть. Посмотрите на это, посмотрите, что они делают. Они просто огником унизили. Ну, конечно, 20-е прорывы, но это просто жесть. Им пофиг все. Сейчас они еще раз вернутся к нему. Так, Анубис к нам пришел. Да пофиг, огник. 10 тысяч урона, 12. Посмотрите, что они делают. До свидос, Анубис. Так, у нас там остался еще Некрос. Они сейчас здание быстрее добьют, наверное, чем до Некроса доберутся. Да, это жесть, ребят. Это реально жесть. Вот что значит еще есть отхил. Просто тупо прошлись. Ну, давайте тут попробуем еще разок. Тут, кстати, есть Фрэнки. Да, смотрите, а вот смотрите разницу, видите, да? Сразу же убирают. Ну, хотя тоже ушатали. Ну и она держится просто жестко. Фрейя не может так убить ее. Офигеть. Вот это круто. Так, хорошо, в принципе, в рейде, я думаю, вы увидели и так все. Поехали дальше по локациям. Поехали на подземке. Давайте начнем
с кошмарки сразу седьмой. Вот интересно мне посмотреть, что будет в кошмарке и какой по ней будет проходить урон в такой сборке. Да еще можно дополнительно сюда будет взять этот. Вообще жесть. Посмотрите, что она делает. Да ей пофиг, там 700, 2700, 13. Я офигею. Вот это она отжигает, конечно. Unreal. Просто Unreal. Там спасают реально, посмотрите, там питомцы просто от хила столько дают. 1 300 000 от хила дают питомцы. Жесть. Да. Вот это да, ребят. Просто аут какой-то. Просто нереально убить, и их тоже убить не могут. Капец. Просто тупо шатает. Так, ворожея слили, ну это понятно. Даже огник слился уже, а ей пофиг все. Ну, кстати, интересно, поскольку ей там ронины будут всекать сейчас. Жесть. Просто тупо насрать на все. Ну вот видите, отхила нет. Вот не хватает отхила. Ей бы еще утекание сюда, и это все. Я офигею. Что-то нереальное. Ну интересно, давайте на восьмую попробуем. Хотя бы ради интереса посмотреть. Тут, конечно, автопрока дохренище, малышник. Но я думаю, тут сольют. Да, видите, тут смотритель сливает. Точнее, автопрок. Жесткий. Так, ладно. Это не то для теста. Поехали, еще потестим ее. Еще кое-где. Давайте на 7 хочу еще. 7-9 попробовать. Я тут очень много тотемов. Просто чисто посмотреть. Офигею. И тут убивают. Видите, тут одер. Так, идем на нашу любимую подземочку. И потом дальше пойдем на по локации. Так. Ну, я не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете. Но, как по мне, это просто бешеная бабуля. Она классная, крутая, но вот именно от хила не хватает. Если с ворожаем где-то использовать, однозначно жестко будет. Ой, я там кого-то выпустил. Посмотрите, как там Анубиса и остальных сливают. А ей все нипочем. Там случайно получается выпустил. Жесть, она рубит их. Посмотрите, что она там делает. Там Фрэнки, по-моему, еще. Так, еще разок. Сейчас попробуем выпустить ее вот так вот сюда. Unreal, ребят. Посмотрите на это. Да они ей там вообще фигню попадают, всекают. Они ее даже просадить толком не могут. Жесть. Вот это реально жесть.
Тупо нереально всекать. Да, урона очень мало у нее по сравнению со всеми остальными. Но ей пофиг, сколько она выдерживает. Вот ради теста кинем сюда Анубиса. Смотрите, что с ним случилось. Просто слили. Так, там смертушки появились. Седна то же самое. Фрэнки. У Фрэнки еще более-менее держится, но его тоже. Вместе с Седной они могут, в принципе, раздать. Да, держится. Но Махатма это нечто. Это жесткая бабуля. А, так. Поехали, поехали на арену. Думаю, интересно тоже многим будет здесь. А, и у нас поменялись. Поменялась аренка, к сожалению. Ну ничего, сейчас попробуем испытать ее здесь. Сейчас, наверное, просто подойдет, раз чпокнет и все. Ну, тут опять же смотритель. Получается, у меня нету очень много отхила. И смотритель может слить запросто. Урон, конечно, такой себе. Не топовый, но... Ну и так нормально. Ну, нормально так всекла вдовонку ее. Блин, жалко, нету противников посильней. Да уж, ребята, вот это да. Они, кстати, могут сейчас быстрее разбить, сейчас тыковка подойдет. Даст баф. Да, видите. Тоже без смотрителя сейчас тыковка. Нет, тут попроще. Ну тоже нехило так дамажит. А вот, кстати, Фрейя есть. Вот хочется на Фрейю по центру посмотреть. Вот видите, что 20 всего лишь, 27к. Я офигею. 6. Ну, смотритель. Зеленый смотритель, это для нее, конечно, минус. Сразу. Ну, отлично. Ну, здравствуйте, друзья. Ну, вот видите, нету отхила. Вот нету отхила, нечем и хилиться. Чуть-чуть не хватает. Ну, а так. На высоте, как обычно. Сейчас тут нас просят пароль за 1500. Дракос и Бигфутик. Нифига себе. Просто жесть. Так. Поехали на PvP локацию. Сейчас наша бабуля тут наведет кипиша. Поехали. Пробуем. Вот сейчас ее заблочить могут. Ой, это тут такая пачка. А ей все нипочем. 6. Ну ее сейчас чисто Фрейя сольет. Ну посмотрите, сколько она урона выдерживает. Я офигею, ребята. Да ну нафиг, посмотрите, что она чуть творит с ними. Это жесть. Ее там по 1000 просаживает. Да ну нафиг. Вот это, ребят, вот это называется печаль. Фрейя, Огник не могут слить бабулю. Просто вау. Она бы Огника ушатала. Она Фрейю ушатала. Я офигею. No comments, просто. Это просто что-то нечто.
Что вы там говорили, что не суммируется, не работает вместе Сой, Каменка, ага. Герои просто так получают ихнего урона. Стрелики, дикие эти смертушки. Поехали дальше. Поехали просто наслаждаться этой бабулей. Так, ну тут у нас отражалка. А, тут тоже Махатма. Без варианта. Тут, к сожалению, без варианта. Блин, у меня какой-то лазуля. Какой-то не такой. Смотрите, включиться не может. Ну, наконец-то включился, но уже поздновато. Хотя у меня там седна, в принципе, нормас. Правда, седна без ожива. Это вообще печально. А что это у меня тут за фрейя стоит? Сколько раз уже лазулик среснулся? Я что-то так и не понял толком. Ладно. Так, пробуем так. Вот видите, смотритель, вот зеленый смотритель все портит. Чисто смотритель. Если бы не было зеленого смотрителя, это просто неубиваемая бабуля. Ее в пачку с отхилами и все, это просто жесть. Питомца максимум это, и вы ее ставите танком, ей просто пофиг, она будет шатать. И вот только вариант заблочить арой. Там окаменение какое-то наложить, и то. Круто, круто, однозначно круто. Она мне нравится еще больше. Так, хорошо. Отлично. Так, блин, поменял. О, какой-то Серега Юкрейн. Ну поехали, Юкрейн. Проверим тебя на Юкрейн. Что-то как-то у тебя. Что-то у тебя пошло не так. Ну блин, оставила одну Махатму. Но у него с утеканием, по-моему, она была. Я что-то не посмотрел. Ну, пятерых героев, четырех слила. Жестко. Жесткая бабуля, блин. Первая, конечно, против Огника Фрейи. Я думаю, это того стоило. Такая прокачка. Ну, конечно, не хватает отхила. Вот это самое печальное. Надо пачки будет поделать. Ладно, пофиг. Так, ну давайте еще на этого нападем. Интересно посмотреть. Командора. Вот видите, опять зеленый смотритель и все. Вот зеленый смотритель мешает. Так вообще все отлично. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого героя. Ну, как по мне, это нереальное просто получилось. Вообще, просто жесть какая-то. Посмотрите, просто тупо. Зашла, ушатала. Поломала все. 840 урона. Просто тупо кидаешь героя, чтобы его слили. Посмотрите на урон.
Жесть. Я в шоке. Ну добейте уже ее, убейте. Офигеть. Просто офигеть. Один, единичка. Офигеть. Это просто жесть. Чё она чудит? Какой нафиг Анубис? Анубис убил только чисто из-за того, что он процентуально сносит. Жесть. Все, ребят, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, лайки, репостики по максималке. Всем удачи, всем пока.